Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова, и я вас поздравляю с наступившим новым 2021 годом. И это первое видео в новом году, но с прошлогодними пустыми баночками. У нас за декабрь набралась вот такая сумочка. Они пустые, поэтому сумка легкая, хотя и очень полная. И за декабрь получилось 24 баночки на 330 баллов. 16 628 рублей по ценам текущего каталога и на 13 300 рублей по ценам для консультанта. Итого получилась экономия, составила 3300 рублей. И мы не поленились, посчитали, сколько пустых баночек получилось за целый 2020 год. Итого 318 баночек на 3982 балла, или даже сказать по-простому, 4000 бонусных баллов, и по ценам каталога 211 тысяч. То есть за год мы съели в виде продукции wellness, искупались, да, искрасили более чем на 200 тысяч рублей косметических продуктов. Ого-го! Делаем выводы, насколько выгодно быть консультантом компании Oriflame и брать продукцию для себя со скидкой. Круто, правда? Итак, давайте посмотрим, что же у нас получилось в декабре. Ну и начну, конечно же, с продукции wellness. Вот столько вот, много баночек. Одну еще, ах, неудобно достать, но потом покажу. Коктейль клубничный wellness. Я активно готовилась к Новому году. Мы организовали с командой марафон стройности, делали зарядку, проводили вебинары, следили за питанием, разные классные рецепты скидывали. И я, конечно же, подключила активный wellness. В результате я постройнела, и это позволило мне войти в Новый год более стройной и с удовольствием одеть новое платье, которое было прям вот туговато на мне сидело, но благодаря wellness'у стройность пришла моментально. И так как я заказывала отдельно баночки, а не целую коробочку wellness pack, то у меня как раз вот закончились постепенно баночки астаксантин, комплекс мультивитаминов и минералов, и желтенькая — это омега-3. Вот в больших баночках по 60 капсул и таблеточек, а здесь 30 в астаксантине, поэтому они как-то вот заканчивались неравномерно, то одна, то другая. Ну вот в результате собрались сразу 3. Это не очень удобно, кстати, доставать каждый раз одну-две капсулки из баночек, откручивать, закручивать, но получается достаточно выгодно, потому что я все эти баночки приобретала по акциям с большими скидками. Но больше всего мне нравится все-таки коробочка wellness pack целая, когда достаешь один пакетик и как раз эту капсулу, ну, все капсулки за один прием съедаешь. Итак, мыло закончилось, очень вкусное, с ароматом персика, как оно называлось, такие ладошки, мыло ладошки, оно действительно в форме детской ладошки. И средства с этого, с покупки этого мыла шли в детский фонд, это очень приятно. Один раз делала патчи, проснулась утром, готовилась к съемкам, а проснулась какая-то невыспавшаяся, усталая, были такие вот припухлости под глазами. Я сделала патчи, минут 15 я их подержала, и стала идеальная гладкая ровная кожа, что позволило мне отлично выглядеть на видео, ну и в принципе в жизни. Закончилось масло. Какое оно долго... Ой, капелька, кстати, осталась, видно стекло по стеночкам. Какое массажное масло долгоиграющее. Мы любители массажа, и мы постоянно делаем друг другу, то Миша мне, то я Мише массаж, и мы делаем только с маслами, потому что получается качество массажа намного лучше, сцепка вот с кожей качественнее, кожа напитывается, лучше расслабляются мышцы, ткани все прогреваются. Это очень полезно, даже если вы не умеете делать массаж, то по крайней мере какие-то поглаживания, растирания, да, там перекаты делать может каждый. Поэтому я очень рекомендую использовать масла
массажные, и еще их можно использовать также для ванной, просто наносить на тело после душа для того, чтобы кожу лучше смягчить, потому что масла и крема, они по-разному работают, поэтому у меня всегда есть и то, и другое. Так, один тюбик зубной пасты закончился, это защитная, по-моему, да, защитная паста. Мы очень любим наши пасты, они великолепные, отлично справляются со всеми проблемами, укрепляют десны, кариес меньше возникает, не кровоточат десны, то есть у меня только, как говорится, положительные эмоции от этой пасты. И когда я своим знакомым, друзьям рекомендую, они покупают одну попробовать, потом становятся постоянными клиентами на наши пасты, поэтому тоже смело пользуйтесь, она очень хороша. А здесь в этом тюбике маска спа для лица, она с маслами и с согревающим эффектом, это моя любимая маска. Если вы ее когда-то увидите в продаже, в каталоге или в спецпредложении, вот прям смело берите, потому что это волшебная маска, у нее такой интересный эффект, и когда ее наносишь на очищенную кожу, сразу становится так горячо, как будто, знаете, в жар бросает, все это, кожа быстро разогревается, и масла идут в кожу. Ее держать достаточно 5 минут, но я обычно держу чуть подольше, мне нравится, как она работает, она же не сушит кожу, а эти масла благоприятно влияют на кожу лица. И потом ее нужно снять горячим полотенцем, то есть либо смочить салфетку под струей горячей воды, либо специально разогреть полотенце, как вам удобно, и снять влажным способом, горячим полотенцем. Кожа просто вау, какая становится, прям вот румяная, чистая, свежая, напитанная, вся сухость уходит. У меня восторг от этой маски, поэтому я ее тоже всем с удовольствием рекомендую. Так, что у нас дальше? Крем для рук, это мой любимый крем с ароматом сирени, и он шел в наборе, было три крема с пионом, жасмином и сиренью, вот мой любимый сиренью, я их все себе достала из наборов, а отдельные крема раздарила клиентам и друзьям, вкидывала в заказы, кто-то просто покупал, наборчик стоил 300 рублей по цене каталога, то есть цена одного крема 100 рублей, он небольшой, 30 миллилитров, но он такой классный, поэтому тоже рекомендую обратить внимание на этот продукт, и в него влюбляются все, просто его удобно с собой носить в сумочке, потому что он маленький, он такой необычный, достаешь тюбик из сумки, намазать руки кремом, все сразу смотрят, ой, а что это у тебя такое красивое, ну естественно даю всем попробовать, рассказываю, у меня очень много заказов было вот на такие наборы. Так, что-то у нас тут, моя любимая краска для волос 9.0, все спрашивают, каким оттенком я крашусь, вот это он, мне нравится качество волос после этой краски, ну то есть все прям вот отлично, все идеально, и я жду с нетерпением, когда у нас выйдет обновленная краска и можно будет продолжать ей краситься. Но я сделала запас, потому что сейчас краски нет в каталоге, я купила несколько тюбиков, у меня получается 4 сейчас осталось, надеюсь, мне хватит до 4-го каталога, когда она появится. Здесь антибактериальное масло чайное, с чайным деревом и лаймом, это мощное антибактериальное и ранозаживляющее средство, использовать можно во многих, как сказать, случаях, то есть когда есть раны, порезы, ушибы, синяки, ожоги, прыщики, укусы насекомых, укусы животных, то есть это мощное средство, я им пользуюсь с удовольствием. У нас вчера, кстати, были гости, а так как наш кот, он не очень дружелюбный, и он оцарапал девочку, слава богу, что она не совсем маленькая, поэтому обошлось без слез, но кровинка выступила, и мы сразу на ватный диск несколько капелек масла приложили, прижали, подержали, через 5 минут она сняла ни крови, ни ранки, и она забыла вообще, что у нее была стычка с нашим котиком. Ну, надеюсь, она больше к нему приставать не будет, потому что это опасно. Вот то, что я хотела достать, как раз Mission Wellness Pack, тот самый, который в пакетиках, витаминно-минеральный комплекс омега и с астаксантином, вот все, что я вам показывала в этих вот баночках по отдельности, это все в коробочке идет, 21 пакетик, очень удобно то, что можно пакетик один взять и сразу выпить суточную норму один раз в день, желательно утром во время завтрака.
закончилась такая вот огромная пена для ванной. Она, по-моему, была у нас в прошлом году. И так как мы ванну не очень часто принимаем, то зачастую или просто использовали как гель для душа, или я переливаю в такой флакон из-под жидкого мыла Essence & Co. для того, чтобы мыть лапки пёсику. Когда он приходит с улицы, каждый раз мы моем лапки и вот использовали вот эту пену. Он очень доволен. Мы тоже, потому что лапки чистые и ароматные. Это сухой шампунь для волос. Я им пользуюсь, не могу сказать, что постоянно, но достаточно часто. Как палочка-выручалочка, когда не хочется мыть волосы, но нужно, чтобы волосы хорошо выглядели. Я его вот так вот встряхиваю активненько, распыляю на прикорневую зону роста волос, потом взбиваю руками и расчесываю расческой. Опять встряхнула, и чистые волосы, как будто только помыла. Но это мы делаем один раз, и желательно или вечером в этот день, или утром голову помыть. То есть повторное использование не рекомендовано. Ну и очень удобно брать в дорогу такой продукт, потому что не всегда и в дороге есть возможность вымыть волосы. Так, и тут у нас сразу три флакончика, серия Love Nature с чайным деревом и лаймом. Это гель для умывания, у меня им дочка пользуется. Кстати, я сегодня им умылась, потому что так захотелось ощутить этот аромат, ощутить эту чистоту вот до скрипа. Мне нравится этот продукт, и он, кстати, не сушит кожу. Многие боятся, что будет пересушивание кожи. Это маска скраб, видите, ее использовали до последней капли, тоже с чайным деревом и лаймом. Больше мне нравится использовать как маска, но когда некогда, нужно быстро привести кожу в порядок, то просто на влажную кожу 1-2 минутки делаем массаж как скраб. И то же самое алоэ и кокос можно использовать и как маску, и как скраб, и больше подходит для комбинированной и нормальной кожи. А эта серия с чайным деревом для комбинированной и жирной кожи. Отличное очищение, прекрасное ощущение. Так, далее мицеллярная вода. Я ей не пользуюсь, это дочка отдала, тоже капельку не использовала. Она и снимает макияж. Она использует немного косметики при том, когда делает макияж. В основном это реснички, может быть, какие-то блестки на лице. Вот. Но ей очень нравится мицеллярная вода. Тогда как я удаляю макияж только специальным средством для снятия водостойкой косметики. Оно еще не закончилось, поэтому его сейчас нет. И моя любимая серия для купания. Это гель для душа серии Feel Good с ароматом апельсин, красный, да, цитрус и куркума. Потрясающе вкусный, невероятный. Просто рекомендую попробовать. В составе входят натуральные эфирные масла. И за счет этого кожа после купания становится очень мягкая. Очень приятный аромат сохраняется на коже и в ванной. И вот просто одни позитивные эмоции, как я всегда говорю. Просто настолько приятный продукт в использовании, поэтому пробуйте смело. Так, это у нас кондиционер для волос серия «Мед и молоко». Тоже один из любимчиков в нашей семье, потому что волосы у всех длинные, у меня окрашенные, сухие, склонные к ломкости, поэтому я их максимально напитываю, увлажняю, делаю маски, кондиционеры, бальзамы, вообще делаю все, что возможно, масла наши использую. И вот этот кондиционер у нас очень часто дома, постоянно, можно даже сказать. Так, закончилась моя любимая сыворотка серия Novage Экологен. Она входит в комплексный уход, антивозрастной коллаген. Но так как сыворотка расходуется очень быстро, она заканчивается чаще, чем другие продукты. Очень ее люблю. Она усиливает действие крема. Эффективнее серия работает, если использовать ее в комплексе, а не выборочно какой-то один продукт миксовать с другими сериями. Поэтому я рекомендую, конечно, брать все полностью. А здесь закрепляющее покрытие для лака тоже отдала дочка. Я вижу, что он закончился не до конца, но уже стал густой, и использовать его уже нет возможности. Поэтому если покупаете такие средства, пользуйтесь, не экономьте, потому что они сохнут, они не будут стоять годами и ждать. И нашла у себя в
косметички, старый карандаш, которым я не пользуюсь, ну и мало пользовалась. Карандаш очень, конечно, красивый по цвету, но не очень такой как бы ходовой цвет, использовала его летом иногда, поэтому решила, что он уже старенький, пора его выкинуть, наверняка вы даже такой и не помните. Вот это все, пакетик пустой. Надеюсь, мои рекомендации о продукции вам будут полезны. Если есть какие-то вопросы, пишите прямо в комментариях под видео и просто пишите. Спасибо вам за внимание, с вами была Лилия Донскова, до новых встреч. Всего доброго, пока-пока!